На Орловщине заканчивают с ремонтом дорог, дворов и скверов. Разумеется, только на этот год. Сейчас идет приемка последних запланированных к обновлению на 2020 объектов. Об итогах этой работы за текущую неделю губернатору рассказали главы муниципальных образований. Совещание с ними прошло в формате видеоконференции. Завершение по большинству объектов в целом является достаточно показательным с точки зрения качества и сроков. По объектам, на которые на текущей, на прошлой неделе удалось побывать, это и Дмитровский район на площади, который сделали за счет федеральных средств. Безусловно, результат есть, и видно отношение жителей. Необходимо уже планировать и второй этап для того, чтобы завершить все эти работы. Ну и в целом это точка, скажем так, от которой нужно дальше развиваться. В этом году на ремонт дорог в районах направили 1 миллиард 420 миллионов рублей. Это средства регионального дорожного фонда и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 12 муниципалитетов выделенные им деньги по назначению потратили полностью. В общей же сложности во всем регионе на капитальный ремонт и реконструкцию дорог в текущем году потратили 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем год назад. Привели в порядок на эти деньги 271 объект, а дорожный фонд региона в 2020-м составил 5 миллиардов 600 миллионов рублей.